Ваша карта заблокирована. Такие смс-сообщения получили около 40 кировчан. Их рассылал 31-летний житель Смоленска, который был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ОМВД России по Кировской области. Мужчина приехал в наш город и по чужому паспорту купил несколько сим-карт. Потом разослал десятки сообщений о том, что банковская карта владельца заблокирована. Потерпевшие звонили по указанному номеру и сообщали номер карты, название банка, а также защитный код. Затем мошенник переводил деньги на свой счет. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество, совершенное дистанционно. Незамедлительно после его задержания был проведен обыск жилища в арендованной квартире и личный обыск. Жилище вот были изъяты, 23 сим-карты, записи, 2 телефона. При нем находилось 3 сим-карты, 4 банковские карты. Подозреваемый задержан. Кроме этого, он проверяется на причастность к совершению других преступлений.